школе материнства настоящий праздник. Сегодня на занятия пришла сотая группа будущих мам. У них впереди приятное ожидание – появление на свет своего ребенка. В центре «Мать и дитя» сделают так, чтобы это время было еще и полезным. За 15 занятий опытные специалисты не просто расскажут, а научат, как правильно подготовиться не только к родам, но и к уходу за малышом. Голову не надо фиксировать, не надо притягивать к груди, не надо его заставлять делать это. Он должен чувствовать, что он свободен. Когда хочет, взял грудь, когда хочет, отдохнул. Поспал. Авторская программа «Мягкое рождение» работает уже 8 лет. Будущим мамам показывают, как правильно дышать и расслабляться, проводят тренинги родов и обучают специальному комплексу физических упражнений. Одно из главных достижений – 90% участниц кормят новорожденных грудью больше года. Мамочки, которые проходят программу, они психологически достаточно более уравновешенные, они более спокойны, они легче относятся к всем предстоящим трудностям родового процесса и ведут себя более адекватно. В результате такого поведения и малыши рождаются более зрелыми, более спокойными. После родов для молодых родителей в центре «Мать и дитя» работает семейный клуб «Соло», в котором рационально соединяются послеродовая реабилитация мамы и раннее физическое и интеллектуальное развитие грудничка. Занятия начинают с трехмесячными малышами, у старших своя программа. Уроки посещают не только мамы, Смоляниновой здесь всей семьей. Елена начала ходить сюда, когда только ждала появления на свет Велизара. Программу «Мягкое рождение» она с благодарностью вспоминает и спустя почти 2 года. Учит не бояться, а относиться к этому как к нормальному процессу. Процессу, который естественный, который он положительный процесс. Это ничего там страшного нету. Процесс радостный, потому что появляется твой малыш на свет. Это счастье. Будущих мам ждут по адресу Октябрьская, 61. Справки по телефону 23 05 23.